В лекционном зале городского музея в эти дни проходит выставка работ Ларисы Корневой. Из числа своих коллег художницу выделяет не только особый стиль написания портретов, натюрмортов и пейзажей. Лариса Корнева в прямом смысле ровесница Обнинска. Она родилась здесь 24 июля 1956 года. В день, когда был подписан указ о присвоении закрытому научному поселению статуса города. В экспозицию вошли работы, которые художница подарила городскому музею в разные годы. В основном это работы 90-х годов, конца 80-х, последние работы 2005 года. Вот, художница, еще будучи юной, училась у нас в Обнинске в художественной школе у известного мастера обнинского Алексея Тихонова. Живопись у нее очень сильная, действительно, когда смотришь, удивляешься, насколько она непринужденно передает формы движения. Лирические работы, игра с цветом и метафорические образы – все это можно найти в картинах Ларисы Корневой. Портреты, созданные художницей – это очень психологические образы людей разных возрастов и профессий. В числе представленных картин есть и работы, написанные по итогам поездки автора в африканские страны. С экспозицией, включающей 16 работ, гости городского музея смогут ознакомиться до сентября.